В субботу, 27 мая, церковью совершается почитание собора Старобельских святых. Празднование было установлено в декабре 2014 года. В этот день мы вспоминаем 14 праведников, которые посвятили себя укреплению православия в этом крае. Среди святых собора земли Старобельской мы встречаем преподобных архимандритов Германа и Трифона, настоятелей Святогорской пустыни, мощи которых покоятся в Успенском соборе Святогорской лавры. Заступничеством святителей, священномучеников и преподобных Господь хранил народ во время гонений на православие. И сегодня молитвами собора Старобельских святых мы просим Христа Бога даровать Отечеству нашему мир и благоденствие и душам нашим велию милость.